В Государственном музее Абая Жидибай-Бурыле открылась выставка «Гасырлар Эзимен». На ней были представлены изделия художника и этнодизайнера Сакена Назархана. Сакен Назарханулы мастерски изготавливает национальное оружие, гончарные инструменты, мебель и национальную посуду из таких материалов, как дерево, серебро, металл, кожа и даже кость. Известный в стране этнодизайнер восстановил около 80 экспонатов в музее Абая. В ходе открытия выставки от имени музея мастеру-ремесленнику вручили медаль Абай, благодарственные письма и другие подарки. Сакен Назархан – один из тех людей, которые возрождают наше национальное искусство, пропагандируют великое наследие наших предков. Его творчество очень разностороннее. В его работах использовались различные материалы, такие как серебро, кожа, кость, сталь, мерхиор и войлок. В 1995 году в музее Абай его руками было восстановлено около 80 экспонатов из фондов. И вот сегодня мы проводим выставку, посвященную его 60-летнему юбилею и творческому наследию. На выставке представлено около 30 экспонатов, изготовленных мастером. Среди них меч, щит, дамбра, гортеке, наркобыс, сабызгы, айбалта, шокпар и другие. Также имеются старинные изделия, такие как шкатулка жены Абая Айгерим и печать Кунанбая Оскенбайулы. Выставка имеет название «Гасырлар Эзимен», что означает «по следам веков». Многие работы здесь выполнены руками, не меняя то, что делалось нашими предками, будь то оружие, глиняные изделия или что-то еще. Представлено более 30 работ из дерева, железа, серебра. Каждая работа имеет свою историю. В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, работники учреждений культуры, ремесленники и студенты. Работы Сакена Назархана сделаны из дерева, железа. Его называют смешанной техникой. Если некоторые ремесленники работают только с деревом, то этот человек работает и с металлом, и с камнем, что делает его изделия особенными. У него хорошие идеи, он работает в креативной манере. На творческий вечер Сакена Назархана я приехал из Усть-Каменогорска. Я рад, ведь он проделал большую работу. Сколько времени он уделил искусству. Из его работ мне больше всего нравятся ювелирные изделия, и в целом мне нравятся его идеи, видение искусства. Работы художника, дизайнера и мастера декоративно-прикладного искусства Сакена Назархана можно будет посмотреть в музее Абая в течение месяца. Ботагөз Дандыбаева, Рейла Малиханова, Ян Мухтарулы, телеканал «Семей».